Привет, дорогие друзья! Сегодня возникла у меня такая ситуация, что была установлена Windows 8, точнее 8.1, и увидел я вот такое вот разрешение экрана, то есть 1000 точек. Вот. Но проблема совсем в другом. То есть, когда я захожу в разрешение, я вижу вот такое рекомендуемое разрешение 1024x768, при этом его изменить нельзя. Все попытки установки других драйверов и прочего ни к чему не привели. То есть я устанавливал драйвера разных типов, разных сборок, с разных пакетов. Максимум, что мог добиться, это установить Intel HD Graphics в двух пунктах. Хотя тут вообще одна встроенная Intel Graphics, я не знаю, в чем проблема. Вот. А также, вот если смотреть официальные драйвера, те, что с сайтов VGA Intel Windows 8.64, при запуске программы он выдает о том, что операционная система не соответствует данному типу драйверов. Так вот, запускаем через батник и производим установку драйверов. После установки ничего не произошло, то есть пункт так и не активен. После перезагрузки будет то же самое. Драйвера не поменялись. До этого, конечно, выводилась ошибка при установке, но сейчас уже не выводится, поэтому рассказывать я уже о ней не буду. Как видите, разрешение экрана не поменялось, то есть те же 1024x768. В общем, попробую еще, подобиваюсь работоспособности. Если что-то получится, то дополню это видео, и вы его увидите.